Всем привет! С вами Татьяна Донет и наша новая рубрика «Я в телеке». У нас бой от игрока «Куритурь в танке» под названием «На бабахе». Сейчас, мне кажется, будет экшен. Кто не знает, бабах — это супер антипригарный танк, который прям стул остужает. Ух, классно! Ну а пока наш герой занимает позицию, ребят, не забываем подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. 1190! Блин, по сути, в Шеридана фугаса обычно не заходит так хорошо. Это просто даже везение, наверное, я бы сказала. Ребят, в общем, подписываемся на канал, прожимаем колокольчик, прожимаем лайк под стримом, под видео обязательно. Вот. И присылайте свои реплеи с эпичными боями на почту, которая вот тут появится. Тем временем никто не хочет выкатываться, поэтому можно спокойно постоять, понаблюдать, поговорить о том, что бабаха — это просто офигенный танк. Многие его называют танком одного выстрела, но, по сути, этот выстрел, он стоит таких эмоций, как игрока, так и противника. Поэтому все любят бабаху и все ее ненавидят. Больше никто не хочет, Шеридана не хотят высовываться. На самом деле тут такая опасная позиция, потому что тут делать нечего. Они могут просто взять и зарашить. Я так понимаю, что герой видео понимает это и решил благополучно переехать на другой фланг, где еще остались немножечко живых противников. И живых союзников в том числе. СТ-1 должен показаться кормой. Нет, он не тут. Он не покажется. ИС-4. Ну и СА-4 ББшкой. ББшкой и спокойненько в ангар, да? Альфа пройдет? 4 хп! Ну, картош, ну ты издеваться любишь, а? Сколько мы уже таких видео видели и в рандоме? Ребят, кого бесит, когда у противника остается 1, 2, 3, 4 хп? Го в комменты пишем. Сейчас фугас должен прям... Белиссимо, перфекто, как говорится, обалдеть. Вот за это люблю бабаху. Вот многие говорят, что ветка бабахи — это страдание, что очень сложно ее качать, пока ты пройдешь все медленные АТ, начиная с АТ-5 и до бабахи, можно сказать. Хотя, на самом деле, я не особо-то страдала, когда бабаху качала. Но многим не заходит. Так, это у нас 1 в 4. Это у нас... Это 1 в 4 он остался. Офигеть, еще и объект приехал. Но тут надо песню напевать. Эй, кто в прицеле, выходи в ангар по одному. Одного мы уже отправили. Сейчас, я думаю, уже успел. Быстрее, 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 быстрее. Молодец. Я не знаю, сколько хп у Е4. Знаю только одно, то что Шеридан был шотный. Если они будут по одному выходить, это будет изи колобана. Если они приедут вдвоем, если Шеридан начнет крутить, это будет очень плохо. Ой-ой-ой, а Е4-то у нас фуловый. Не стала рисковать, там можно было фугасом в НЛД выстрелить, но он не стал рисковать. По сути, Шеридан сейчас может приехать и легко забрать просто бабаху. Бабаха уж для него шотная стала. Е4, мне кажется, может заехать в корму. Нет, нормально, успел спрятаться. Но это не отменяет того, что сзади может просто приехать Шеридан. Где Шеридан? Где Шеридан? По идее, Шеридан уже должен был приехать. Е4 боится выкатываться, потому что он знает, что он уже шотный. Для бабахи. Бабаха может легко его отправить в ангар. И Е4 может нашу бабаху отправить в ангар. Было бы разумно, если бы Е4 вообще ждал бы Шеридана. Ну, Шеридан такое ощущение, как будто он заафакашился где-то. Здорово, здорово. Тут терпение, терпение, только терпение. У баховода должно быть терпение. Вот, терпение победило. Е4 оказался нетерпеливым. Прибежал и отправился в ангар. А Шеридан
А Шеридан, правда, зафакашился. Не, ну это лакер. Лакер года на бабахе. Колобанов 1 в 4. На бабахе это сложно сделать, когда у тебя когда целую вечность. По-моему, достойно больше 700 урона. И 1 в 4 колобанов. Это очень круто. 1550 чистого опыта. Красивые ваншоты. Это круто. Сколько у нас тут урона было нанесено? Просто фугасом? 1200 в Шеридана. В Шеридану фугас заходит только в макушку башни. Вот, скорее всего, он туда попал, потому что в остальные части он не принимает фугасы. Это обычный снаряд. СТ-1 прям хорошо принял урон. Прям отлично. Отлично впитал в себя фугас. Е4 тоже мог получить примерно 1300, если бы он выстрелил фугасом в НЛД. Но там не было времени размышлять. Нужно было, чтобы урон четко прошел, поэтому только ББ. И, получается, добил Шеридана, который у нас полушотный. Ребят, кто считает этот бой классным, либо нравится просто рубрика, либо, как комментирую я, либо... Ну, в общем, в любой непонятной ситуации прожимаем лайк, подписываемся на канал, обязательно нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Вступаем на сервер Discord, группу ВКонтакте, канал Telegram. Все ссылки, ребят, в описании. И не забывайте присылать свои реплеи. Ну а сейчас всем спасибо, ребят, всем хорошего настроения и пока-пока, увидимся!